увеличивает риск сексуальных проблем у женщин, расскажет тебе Митя. С удовольствием. Штаны превращаются в шорты. Да. И Кристина, в общем-то, считает. Митя говорит про секс. Это фонетически прекрасная фраза. Катька, я увинку тема импортанта здесь про фемели. Потом сдадите после. Да, и че кауза фемели, потом ли проблемы сексуале. Ведь форте атент и Дима, ты слушай, и на будущее пригодится. Липса сомнului aproape dublează riscul apariției problemelor sexuale la femei. Uite că un studiu a implicat peste 3400 de femei cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. Și oamenii de știință le-au cerut să răspundă la întrebări despre calitatea somnului și să evalueze nivelul lor de satisfacție cu viața lor sexuală. Da, au apărut primele probleme sexuale, se pare. Noi ai dormit noaptea asta, sau ce s-a întâmplat, Cristi? La ora 4 te-ai trezit, da? La 4 m-am trezit, dar am suficientă. Se observă că respondenții care dormeau mai puțin de 5 ore în fiecare noapte aveau mai puține șanse să se bucure de intimitate cu un partener. Dacă cer din femeie obosite să aleagă între somn și sex, ea va alege somn, l-au explicat autorii studiului. Este исследование. Если вы попросите уставшую женщину выбрать между сном и сексом, она выберет сон. Но тут нужно выделить где-то грант на пару миллионов долларов, чтобы исследовать данный вопрос. Я уверена, что ученым и выделяли такие гранты. Поэтому да, нужно какое? Давать женщинам высыпаться, получается. Но это очевидно. Берегите женщин, берегите. А если утром хочется, ну, разбудить, как бы, ну, так, чуть пораньше. Ну. Давай, Кристин, твоя версия. Вот утром хочется разбудить. Я такого не знаю, какого я. Разрешение официального лечу. Базукой, мы друг друга базука очень не понимаем. Базука, ну, мы же не знаем, конечно. Ну, вот если тебя утром разбудит человек с каким-то не базука. Твой ответ, да или да? Какой будет? Если он скажет, окитать с такса, да. Окитать. Окитать? Нет? Да ты, она просто выйдет из троллейбуса. Я все-таки надеюсь, что не дошло до такого, чтобы окитать такса за это. Что все-таки еще по любви? Да, еще по любви. Important să fie, да, important dacă aveți vreo relație să fie de bună voie și dimineața și ziua și seara. Noi suntem pentru relații curate. Happy Neața. Începe ziua vesel.